уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаемый Светлочка, здорово! Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Я делаю свой день прекрасный. Я двигатель. Доброго вечера, мои дорогие друзья. Вечер, начало пятого, но погода резко поменялась. Немножко моросит дождик. Это такая редкость у нас в Мерсине. Потом покажу вам попозже. И вот мой Ашкым пришел с базара. Я не пошла с ним. Я люблю, когда он сам покупает. Без меня ходит. Тем более я с утра была так, мимо прошла базарчика. И показала вам в предыдущем видео. И решила продолжить обзор. Вот смотрите, такой арбуз, который я хотела. Стоит 50 лир. А вот у меня в воде фрукты помыла себе уже. Готовлюсь к поеданию витаминов. Ну что, вот за все вот это вот он заплатил 150 лир. Мне кажется, цены упали. Упали на что? На помидоры сегодня упали цены, на клубнику немного. Ну и на фрукты какие-то. Вот был по 17 лир, сейчас 15, наверное. Да, не наверное, а бананы. А здесь что у меня? Здесь я приготовила скорлупу, буду так собирать. Это удобрение для моих цветочков. Вот, мои дорогие, вот такой базар на 150 лир. В одном из видео я рассказывала, какой я крем приобрела от солнца и антивозрастной. Вот такой. Стоит он 220 лир. Кажется, на Триндел или Хепсибура, да, мой муж заказал мне. Я очень довольна. Не знаю, не загорает лицо. Лицо не загорает, не знаю. Так, а вот еще та помада, о которой я вам говорила. Мне подарила ей моя подружка. Фуксия цвет. Ну вот. Вот такой вот хороший крем. Эндер снова пошел, принесет мне муку. И я приготовлю печенье белое. Нам очень понравилось рецепт, который такой предпоследний рецепт моей выпечки последний. А эти листочки каждый день я выбрасываю. Вы понимаете? Или может их все оторвать, жалко. А вот этот вот цветок, я вообще в шоке. Я сколько его отрываю, оно все равно растет. И посмотрите, я покажу сейчас вам что-то с ним. А вот такая прелесть у меня расцвела. Интересно, там впереди это яблоки или что? Видите, так много покупают. Может, вам будет видно. Я же слепая, не вижу. Или персики, или яблоки. Ну, там картофель однозначно, бананы. Базар наш. Что я вам покажу? Он везде у меня появился, и оказывается, он цветочек скоро мне принесет, расцветет. Вы понимаете, что это за цветок такой интересный? Главное, я его уничтожаю, срываю, а он растет и растет. Этот цветок как называется? Красивый такой, да? Тьфу-тьфу-тьфу, я его еще посадила в другой горшок. Ну что? Что вам еще показать? Нечего показать. Все, что есть, показала. Пойду встречать мужа. Пришел, кажется. Друзья мои, оказывается, муж не пришел. У меня уже галлюцинации появились. Услышала я... Видите, забита приехала, Белидия, Мерия. И разгоняют, как люди сразу собирают. Посмотрите, не дают спокойно. Посмотрите, как быстро.
все. Вы видите? И это они сейчас вот с кузовом приехали такой, чтобы забирать вот эти вещи вот у женщин. Сколько случаев было, они забрали. Видите, как торопятся. Быстро-быстро на ходу. Сейчас кто не успеет, все заберут. Как жалко людей, ну. Не разрешают. Как они торопятся быстренько. Хотя бы быстрее успели. За 2 секунды уже здесь никого нет, видите? Собирайте, говорит, быстро, говорит, собирайте. Ну, давайте отсюда вот лучше видно. Как быстро все. Вами наш сосед вот там собирает. Браслеты делает, и жена его. Ну, хотя бы быстрее она успела. Поехали дальше. Вот я не пойму, что на машине продавали. Персики, что ли, уже появились? Или яблоки это? Хорошо, что ничего не забрали у людей. Моя соседка не торопится. Сосед бедный нервничает, торопится, а она нет. Люди обрадовались, что они с утра не приехали, они вернулись. Быстренько все туда все собрали, успели. Успели. Какой стресс у людей. А вот вернулись. А соседка, блин, еще здесь. Целый детектив. Вот только они остались. Вы видите? Давай, проезжайте на своей машине. Слава Богу, молодцы, хорошие ребята, и никому не навредили. А этот не собрал, вот он и разозлился. А машина не видно, вот куда вот у них, где? А, они вот сюда заносят. А он кукурузу разбирает. Сегодня на базаре кукуруза была 20 лир 7 штук. Давайте, говорит, быстро жду. Люди как-то хоть заработают копейку. Все ж такой кризис в стране. Боже мой, так все подорожало. И они дешево продают. Не такие у них цены огромные. По-божески продают. Все, уехали. С Богом, не возвращайтесь. Сейчас посмотрите, что происходит. Вот, блин, как хорошо, что они не забрали. Аж мне это стало трогательно. И туда дальше поехали. А эти... Как быстро все связал, соседка осталась. И этот сосед остался, собрал стол на мотоцикле своем. Хотя бы не вернулись. Боже, какой я стресс, какой стресс у людей. У меня тоже, блин, я за них сейчас так переживаю. Ну все, мои хорошие, пошла я, а то я запереживалась чересчур. Эндер снова вернулся с покупками. Купил такую фасоль, какая красивая, на 12 лир килограмм. Свежая. А, ну, этот перец я не знаю сколько. И спанак 10 лир. И купил мне муку. Для чего? Я вам сейчас покажу.
Та-та-та-та, посмотрите, что я затеяла. Настолько понравились нам белые печеньки, и так они быстро делаются. Вот только что их катать. Вот. А если огромными сделать, так вообще очень быстро. Ну вот я вот, мне понравилось на один раз, чтобы раз проглотить, и все. Сколько выходит с одной порции? Раз, два, три, четыре, семью, пять. 35 штук я сделала, друзья мои. А вообще надо 20-25. И сейчас я буду это печь. Друзья мои, смотрите, какое красивое печенье получилось. Оно поднялось, увеличилось, вы же видели. 35 штук вместо 25. Чуть-чуть поменьше я сделала. И они у меня не пригорели, как в первый раз. Я уже рассчитала. 20 минут точно хватает. Вот, будем сейчас пробовать. А здесь я готовлю фасоль с картофелем. А также вот будет у меня булгур. Плов из булгура. Спустя какое-то время все восстановилось. Движуха. Так что, друзья мои, все хорошо у нас. Закончилось хорошо. Очень красивая у нас панорама из окна, из балкона. Прямо открытое пространство. Обалдеть, просто обалдеть, в каком месте я живу. Спасибо, спасибо Богу и Вселенной. Друзья мои, вот такую вкусняшку я сегодня приготовила. И сама булгур покушаю. О, как вкусно. Со шкемчиком кушаем. И шкемчика, и у меня. И соседи кушают, сидят у нас на балконе. Приятного всем аппетита. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.